Данстар скачки на кобылах 2 лет. Итак, со старта скачку возглавила Астра Терск. Ее захватывает Дриопа. Дриопа повела. Астра Терск впереди, Дриопа второй. Велина Терск на третьем месте. Далее Византия Терск. А замыкает скачку Альциана Терск. В левом повороте 200 метров пройдено за 15,7 секунды. Дриопа лидирует. На втором месте держится Астра Терск. На третье место выходит Византия Терск. Велина Терск держится на четвертом месте. За ней на пятом месте Верба Терск. У отметки 500 метров скачка ведет Дриопа. Астра Терск второй. На финишную кампанию скачку выводит Дриопа. Дриопа полем в руках. 500 метров пройдено за 34,4 секунды. Дриопа и Астра Терск сошлись в борьбе за первое место. Дриопа впереди едет в руках. Астра Терск в посыле. И вот теперь мы видим, как Анатолий Андреев поехал в посыле. И начинает потихонечку отделяться от Астры Терск. Девятую скачку уверенно выигрывает Дриопа. На втором месте Верба Терск. Третий Астра Терск. Византия Терск четвертый. Велина Терск. Патетика Терск. И замыкает Альциана Терск.